то, что занимало нас достаточно большое время, то, что так тревожило, на сегодняшний день завершилось благополучно. Граждане Российской Федерации, граждане Республики Беларусь, Казахстана, Украины, Таджикистана и Армении благополучно прибыли в аэропорт города Тюмени. В общей сложности 144 человека, все здоровы, признаков инфекционного заболевания нет ни у одного из пассажиров и ни у одного из членов экипажа, а обследованы были все и сопровождающие лица. И температура у всех абсолютно нормальная. Хочу сказать огромное спасибо Министерству обороны за столь бережное и столь эффективное решение важной проблемы эвакуации наших граждан из очага опасной инфекции нового коронавируса с территории Китайской Народной Республики. Хочу сказать, что самым младшим на борту был 7-месячный Федор Юрьевич, который прекрасно перенес перелет, очень мужественно. Сейчас он чувствует себя хорошо, под контролем педиатра. В общей сложности на двух бортах было 4 детей. Самому младшему, я уже сказала, было 7. И есть, слава богу, 7 месяцев. Самому старшему из них 4,5 года. Все мероприятия были проведены с безусловным соблюдением правил биологической безопасности при погрузке на оба борта, при перелете. Несколько раз за время перелета измерялась температура, осматривались пассажиры, менялись маски, люди получали питание, и все это стараниями медицинских работников Министерства обороны, вирусологов, эпидемиологов и специалистов санитарно-карантинных пунктов Роспотребнадзора. При прилете в аэропорт также были соблюдены все правила биологической безопасности, и риски попадания в окружающую среду какого-либо инфекционного агента отсутствовали и отсутствуют на сегодняшний день. Все пассажиры размещены в специально оборудованном центре на базе реабилитационного центра, оснащенного всеми необходимыми средствами для защиты и пациентов, и персонала, и окружающей среды от попадания и распространения любого инфекционного агента. Медицинское наблюдение будет осуществляться 14 дней, в течение которых помещенные в этот центр граждане не смогут его покинуть. И я хочу отметить, что при приеме их на борт эти условия были им озвучены, Министерство иностранных дел и посольство Российской Федерации. Каждого из них предупредило о необходимости прохождения именно такого карантина после возвращения в Российскую Федерацию. Все эти дни они будут находиться под наблюдением медицинских работников, специально подготовленных, специально одевающихся каждый раз, когда они идут к пациентам, и эти медицинские работники, и весь обслуживающий персонал центра все 14 дней будут находиться вместе с пациентами в одном здании, но в разных его помещениях, в разных отделах этого, в разных крыльях этого здания, не пересекаясь без специальных средств защиты друг с другом, и без права выхода и без права покинуть территорию этого здания. Постоянный мониторинг, постоянный контроль за состоянием здоровья будет сопровождаться, на мой взгляд, очень хорошими условиями пребывания, комфортными и комфортабельными палатами, где размещаются граждане, специальными номерами из нескольких комнат для семей с детьми, специально оборудованными всем, что нужно на сегодняшний день детям. Я могу сказать, что уже сейчас, как только наши граждане поселились, стало понятно, что есть проблема с разъемами для электронных устройств связи. И эта проблема была в течение одного часа решена. Сейчас уже доставлены специальные разъемы, чтобы люди могли ими пользоваться. И так по каждому шагу, если что-то оказывается проблемным для людей, которые находятся в этом центре.
Федеральная служба, безусловно, следит за развитием ситуации. Наши специалисты постоянно присутствуют на территории Тюменской области и Тюмени, и специалисты противочумной системы Роспотребнадзора мониторируют, контролируют и обеспечивают соблюдение правил биологической безопасности внутри этого центра. Хочу сказать большое спасибо жителям Тюменской области, и хочу сказать губернатору и правительству Тюменской области огромное спасибо за столь эффективную, качественную и очень правильную подготовку в столь короткое время.